Всем привет! Сегодня 21 мая 2020 года, и у нас сегодня очередной выездной обзор. Вы помните, несколько дней назад я снимал объект интересный на трассе Днепр-Решетиловка, который строила компания Альтком. Мы познакомились там с ребятами, и сегодня у меня уже пресс-служба компании Альтком согласилась привезти снова в Полтавскую область. Ну, точнее, как согласилась. Они сюда ехали, я упал на хвост, куда можно подъехать благодаря компаниям строительным, дорожным. Туда я еду сейчас для того, чтобы что-то интересное снять. И вот сейчас я нахожусь на трассе Пырятин-Лохвица, Р-60 так называемая. Это трасса районного значения, которая соединяет, соответственно, несколько районов между собой. И здесь идет, так, на удивление, вроде бы, ну, не знаю, я не хочу обидеть там жителей Пырятина-Лохвицы, но для меня, как для жителя Киева, это где-то очень далеко, где-то какие-то абсолютно дикие места, мне кажется, тут полями и лесами идет эта дорога, и вдруг мы видим здесь асфальтирование, причем такое хорошее, качественное асфальтирование. Поэтому не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, вступать в нашу группу в Facebook и подписываться на нашу страничку в Facebook. И мы смотрим, что у нас на дороге Пырятин-Лохвица происходит. После этого мы возвращаемся на трассу, которая идет из Киева на Полтаву. И там еще нам обещали какой-то объект показать. Я думаю, что это будет все в одном обзоре. Смотрим. Итак, сейчас мы видим уже дорогу Р-60 в процессе ее восстановления. Как мы сюда попали? Мы съехали в Пырятине на эту трассу и поехали в направлении Лохвицы. И для более точного ориентирования я могу сказать, что вот там вот находится у нас Пырятин. Вот там у нас находится Лохвица. Где-то там находится граница Пырятинского и Чернухинского района. И вот от этой границы компания Альтком на протяжении 5 километров приводит в порядок эту дорогу. Пока мы сюда доехали, чуть, честно говоря, колеса не отпали. Мы ехали на легковушке. Там дальше, ближе к Пырятину, есть несколько таких вообще очень ужасных мест. Есть такие, которые еще более-менее. Это я к чему говорю, для того, чтобы объяснить вам смысл ремонт этой дороги. Заказчик этого всего действия — это Укравтодор. Ну а здесь разбито на разные тендеры. И вот конкретно эти 5 километров выиграла компания Альтком. И она здесь проводит работу. В середине апреля они зашли сюда. И вот этот 5-километровый участок. Сегодня мы приехали на уже финальное асфальтирование. Его сегодня постараются окончить. Вот с середины апреля, где-то как раз ориентировочно с 15 числа и до 21 мая это все сделано. Что здесь за это время было сделано? Здесь вся дорога на этом участке была выфрезерована в среднем на глубину 5 сантиметров. После этого было уложено 10 сантиметров ресайклинга. Я уже говорил, что это. То есть это частично переработанное, там до 40% переработки фрезы, так называемой, то, что сфрезеровывает асфальта, плюс еще новые материалы. Вот получается такой подложка. Далее, крупнозернистой фракции 10 сантиметров. Это вот то, что мы сейчас видим по этой стороне. И финальный слой, мелкозернистый, плотный асфальтобетон. Вот мы уже видим, катки его укатывают. Там впереди уже знакомые нам Фёгель асфальтоукладчик его укладывает. В среднем 8 метров ширина дороги. Много виражей, много подъемов, спусков. Как мне сказали, да и собственно, я и сам вижу, здесь очень много ездит фур, зерновозов. В Лохвице вроде бы еще есть нефтеперерабатывающий завод. Там ездят цистерны тяжеленные. Движение достаточно интенсивное. Работают без перекрытия движения. И сегодня уже, как я сказал, вот докладывают кусочек по одной стороне. И сегодня же этот кусочек примерно 1800 метров вот до вечера хотят уложить по второй стороне. Это будет уже окончанием. Далее силами субподрядной организации будет нанесена разметка, установлены дорожные знаки, и, в общем-то, этот кусок дороги будет закончен. Как мне сказали, но мы этого уже не увидим, возле Лохвицы было еще порядка 2 километров сделано тоже отдельный участок, выигранный по тендеру. Кстати,
Вот то, что я вам только что рассказал, это нам немножко отвечает на вопросы, которые мне время от времени задают в комментариях, почему дороги делаются так странно. Там кусок сделали, там кусок сделали, там кусок сделали. Почему не начать в одном месте и идти целиком всю дорогу в точку, так сказать, Б из точки А? Потому что Укравтодор делит на сегменты, и тендера выигрывают разные компании. Соответственно, кто делает там, вот так и получается. Я так понимаю, что в первую очередь делаются самые проблемные участки, ну а далее все остальное. Вот мы с вами подходим к экшену. Это асфальтоукладчик. За ним идут катки. Вы уже помните о том, что вначале опускается тяжеленный каток на пневматиках. Он укатывает первоначально. Ну а дальше уже металлические катки разной массы. Наш любимый запах битума. Видим так называемую скользящую опалубку. Я вам рассказывал о ней, когда обозревал бетонную дорогу. Вот так вот она делается, такая лыжа идет. Здесь мы видим границу ранее заасфальтированного участка. Порядка 3 километров из 5, где заасфальтированы уже две стороны. И сейчас видим, как раз подрубают край для стыка. Совсем немного осталось по этой стороне, и далее техника пойдет в противоположном направлении. Видим, отъезжают один за другим асфальтовозы. Кстати, что интересно, по дороге мы заезжали на асфальтное производство, собственное компания Альтком. Они работают со своим асфальтом, и асфальтный завод у них стоит в Пирятине, здесь недалеко, это примерно 10 километров отсюда. Поэтому здесь все делается максимально рационально. Еще такое уточнение. Я уже сказал, что заказчиком здесь является Укравтодор. Но Укравтодор — это большая корпорация, а конкретно эту дорогу заказывала служба автомобильных дорог Полтавской области. Как я уже сказал, почему мы в Полтаве находимся, потому что в Полтаве сейчас, ну, Полтава, Полтавщина. Здесь бум наблюдается дорог, мостов, реконструкции, строительств и прочего. Почему так, не знаю, но вот можно сказать, что сейчас такой самый продвинутый регион по дорожному строительству – это Полтавщина. Ну что ж, на этом я завершаю пешеходную часть обзора, и мы немножечко полетаем, после чего будем перебираться куда-то в сторону Лубнов. Thank you.
вот сейчас я специально попросил, чтобы остановили буквально в километре от того места, где мы снимали асфальтирование, для того, чтобы показать вам, какая была дорога. Мы видим, как едут машины по ней весело. Вот тот участок 5-километровый, который мы снимали в процессе восстановления, как мне сказали очевидцы, раньше его 25-30 минут надо было переезжать. Мы видим, многие съезжают на обочину, прыгают. Вот такие вот дороги сейчас активно восстанавливаются в Полтавской области. Таких дорог здесь много, но потихоньку они приобретают какой-то товарный вид уже. А теперь мы находимся на трассе Киев-Харьков-Довжанский. Это М03 она называется. Из Киева мы проехали Лубны. И сейчас находимся на 210-м километре этой трассы от Киева. Поселок Войныха. Здесь фирма Альтком. Пока мы в первую очередь по объектам Альткома ездим, потому что это логично. Мы с пресс-службой этой фирмы совместно путешествуем. Фирма Альтком здесь делает дорогу, фирма Альтком здесь делает подземный переход, и участок дороги, который здесь будет сделан, от 210 по 220 километр этой трассы. Смотрим, что здесь происходит. Мы находимся возле подземного перехода. Это практически самое начало участка, но по самому дорожному строительству здесь идут только подготовительные работы. Мы видим, выбирается корыто, в которое потом будет делаться подушка, работает геодезист, выбирается, вывозится грунт, привозится другой грунт. Интересный момент здесь мне показали, вот вы видите такую как бы тропинку, ну как может показаться, на самом деле это называется противовибрационный экран, делается траншея глубиной 2 метра и она засыпается специальным таким шлакобетоном, вот на такую ширину, как вы видите, для того, чтобы вибрация от дороги не передавалась на окрестные земли, чтобы не беспокоило жителей села. Такого, честно говоря, я еще не видел, это что-то новое для меня, и я думаю, что вам тоже интересно было бы об этом узнать. Ну а здесь, собственно, видим тот самый переход. Только что ребята залили очередную часть пандуса, который ведет вниз. И мы видим, продолжают теперь таскать арматуру для того, чтобы заливать лотковую плиту. Пандус пока, насколько я вижу, это еще под бетоночка, потому что мы видим, вот здесь уже начинают монтировать каркас для толстой плиты. В принципе, здесь схема работы по переходу примерно такая же, как мы с вами видели на трассе из Броваров на Чернигов, но здесь так более продвинуто это все сделано. Я имею в виду по готовности. Мы уже видим, что полностью стоит уже вся плита, вся конструкция. Также делается он пока на половине дороги. Отгорожено шпунтом Ларсона. Забетонировано, загидроизолировано. И, в общем, вот так вот это все делается. Но только что перед нами закончили бетонировать. Мы видим, сейчас очищают бункер. Вся эта работа делается по заказу Укравтодора и включена в программу «Великое будівництво». Вы, наверное, о ней знаете. Но здесь, видно, недавно подбетонировали еще что-то, потому что еще не сняли опалубку. Вот так мы видим, готовится корыто для засыпки подушки. Где-то, наверное, на полметра, может быть, даже больше оно углубляется. Здесь мы видим, как происходит уже демонтаж палубки и поддерживающих конструкций под нее.
Итак, на этой части участка мы все посмотрели с земли. Сейчас мы взлетим, немножко покружляем на дроне. И на этом же участке, мне сказали, через 2 километра асфальтирование, так что мы потом перемещаемся туда дальше. Для того, чтобы не выделять процесс асфальтирования в отдельный фрагмент аэросъемки, я его подклеил к предыдущему сюжету, хотя по сути вы видите, что мы уже переместились. Правда, переместились мы недалеко, всего лишь на 2 километра, это 212 километр. И здесь у нас идет асфальтирование финальным слоем. Мы видим
такое качественное щема покрытие. Мы его уже узнаем по крупному щебню и большой пористости. Это мы все еще находимся на том 10-километровом участке, который предстоит Альткому привести в порядок. И вот сейчас мы попали, конечно же, не случайно, мы сюда специально ехали ради этого. Наверняка вы заметили, какая широкая асфальтоукладочная машина Фёгеле. Сейчас мы к ней подойдем, посмотрим ее еще поближе. Но, честно говоря, я таких в Киеве не видел. Хотя мы знаем, что они все умеют раздвигать свои лапы. Не знаю, то ли асфальт сильно горячий, то ли какая-то сегодня погода такая. Но видите, как он сильно парует. Мы такое сами уже видели, но в принципе не часто. Да, мы видим, что огромная машина. И сейчас я иду по этому свежему асфальту, и он прямо шкварчит. Такое шкварчание мы с вами слышали, но я не знаю, насколько эта камера передает. Когда было большое асфальтирование возле Нау. Да, пожалуй, такой большой машины мы еще не видели с вами. Пока здесь небольшая технологическая пауза, я для вас разузнал подноготную этого асфальтоукладчика. Действительно, это наборная расширяющаяся плита, но, как мне сказали, вроде бы это максимальная ширина для этого укладчика. Сейчас 11 метров одной полосой закатывают, но вы наверняка обратили внимание на аэросъемке, что перед этим асфальтоукладчиком идет еще маленький. У меня возник вопрос, зачем? Но, в принципе, это достаточно очевидно. Мы видим, что здесь дорога чуть-чуть сужается, а там она шире. И уже этих 11 метров не хватает на полную ширину. Поэтому здесь сначала асфальтоукладчик маленький проходит с краю. И потом этот большой, он как бы наезжает, в частности, и на то, что сделал маленький. И вот такая получается красивая дорога здесь. Мы видим, что, соответственно, плите вибро наращивается и шнек на специальных косых тягах, укрепляется еще дополнительно. Не знаю, как правильно назвать, но я бы это назвал ножом, который первично выравнивает здесь то, что идет и не дает рассыпаться асфальту дальше. Да, такой махины в Киеве, пожалуй, не встретишь. Ну вот мы слышим, дали сигнал, и машина пошла далее. Кстати, еще интересный момент, о котором я тоже не знал. Мне всегда было интересно, как синхронизируется работа асфальтоукладчика и, собственно, движение асфальтовоза. Как оказалось, асфальтоукладчик банально с помощью вала толкает перед собой асфальтовоз, поэтому они движутся синхронно. Видим, постоянно идет какая-то регулировка с помощью пульта и с помощью ручных каких-то рычагов, воротков.
И мы видим, что очередной самосвал закончил свою работу, а на готове уже стоит следующий. Итак, мы с вами увидели, как настоящая межгородская трасса строится, асфальтируется. Что еще в завершение нашего выпуска по этим объектам я хочу сказать. Вот здесь я заметил, что частично здесь идет по обочине на старый асфальт фрезерованный, укладка уже толстого слоя щема. Но так не везде. И скоростная полоса и грузовая полоса. Вот здесь даже видно граница, где была фрезеровка сделана. Вот те две полосы, они были выфрезерованы полностью. Вообще у этой дороги интересная такая судьба. 6 лет назад, как мне сказали, ее строила итальянская фирма, но по каким-то причинам работа была остановлена, и все 6 лет нижний слой асфальта здесь работал, то есть щема не был положен, финальный слой не был положен. Соответственно, при интенсивном движении, в том числе и грузовом, образовалась колейность, бугры, ямы и так далее. Поэтому по двум полосам было выфрезеровано и проложен так называемый плотный асфальт с модифицированным битумом. Это вот сейчас уже было сделано фирмой Altcom. Обочина, как я сказал, она была оставлена, потому что там, в принципе, под дорогой, там нормальная подушка была, поскольку строили итальянцы, то к этим составным дорожного покрытия не было претензий. Вот. И теперь накрывают уже обочину и вновь заасфальтированные две полосы финальным слоем щема. Вот такая вот непростая судьба у наших дорог украинских. Да, здесь такой зверский битум налит сейчас на асфальт, что я еле-еле ноги отдираю от него. И вот, кстати, редко мы вот такое видим. Здесь асфальтоукладчик, он идет автоматом по натянутому тросу. Здесь все серьезно. Обычно то, что мы видели, там на глаз люди смотрят, а здесь стоят датчики соответствующие. Не знаю, честно говоря, мне трудно оторвать глаз от этого зрелища. Надеюсь, вы разделяете мою такую чувствительность к процессу асфальтирования. Кстати, меня спрашивали как-то, я часто показываю вам в процессе асфальтирования, когда дорожники выполняют такой магический ритуал, берут из-под асфальтоукладчика рассыпчатый асфальт лопатой и кидают на, казалось бы, ровную поверхность асфальта. Что это значит? Ну, я уже упоминал об этом в предыдущем обзоре, но там как-то это было оторвано у нас от асфальтоукладочной машины, а в целом и общем. А здесь мы можем на это посмотреть и
Что это такое? Это дорожники оценивают визуально поверхность, которая вышла из-под вибратора, виброплиты асфальтоукладчика. Если где-то видят какую-то излишнюю пористость, какие-то неровности, то они раскидывают на эту поверхность в тех местах асфальт и уже катки закатывают все. Такие вот хитрости есть в каждой работе и здесь в частности. Ну что ж, я на этом завершаю наш такой необычный, опять же, экспериментальный блиц-обзор. Благодарю вас за внимание, за ваш интерес к моему каналу и к стройкам Украины уже. Также благодарю ребят из фирмы Altcom, из пресс-службы, которые меня здесь как багаж возят с собой и дают мне возможность снимать все, что мне интересно, и обеспечивают мне всяческую информационную поддержку, что, где, когда, как, зачем и почему. Огромнейшее спасибо нашим уважаемым донаторам. Только благодаря вам существует наш канал, и вы видите все эти обзоры благодаря вашей поддержке. Спасибо всем, кто подписан на наш канал, кто ставит нам лайки, оставляет комментарии и делится ссылочками на наши видео в своих соцсетях. Огромнейшее спасибо нашим строителям, дорожникам, всем тем, кто радует нас результатами своего труда. Кто не подписан, подписывайтесь на канал, вступайте в нашу группу в Facebook, подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, там интересно. Я с вами прощаюсь, до новых встреч, до новых обзоров, мира, любви, счастья, здоровья, добра, пока!